Всем привет! У нас в Минске 5 утра, и я уже выезжаю на вокзал. Вот, не могла уснуть всю ночь, потому что я еду одна, и мне очень страшно. А сзади меня красивый рассвет. И я поняла, что ради таких моментов, наверное, стоит просыпаться утром. Я уже на вокзале, посадка на поезд началась, но я еще стою на улице, дышу воздухом, потому что ехать 7 часов. Я понимаю, что придется сидеть все это время, и возможности встать, выйти, походить не будет, поэтому немножко постою и пойду на посадку. Кстати, очень хотела купить себе кофе, но все закрыто, и Минску очень не хватает каких-то заведений, которые будут работать круглосуточно или с 5 утра. Yo, I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket. Ну что, я уже заселилась в квартирку, сходила в душ, накрасилась, перевела себя в порядок. И сейчас еду гулять с ребятами. Мне придется спуститься в московское метро. Надеюсь, что я разберусь. Его все описывают как какой-то ужас. Ну да, по сравнению с Минском, где 3 ветки всего. В Москве, насколько я знаю, 13. Будет сложновато. Ну ничего, справимся. Делюсь с вами своими достижениями. Я ни разу не запуталась в метро. Все идеально. На самом деле все очень просто, если следовать указателям. Я не понимаю, почему все так пугают и говорят, что московское метро — это какая-то жесть. Все оказалось проще, чем я думала. А еще мне сработала карта тройка, которую я пополняла последний раз 3 года назад, когда была здесь. Ее мне дал мой друг из Питера, и она до сих пор работает, на нее остались деньги. И сейчас я жду девочек, они приедут ко мне, и мы, я не знаю, куда мы пойдем, что мы будем делать. Может, сходим куда-нибудь покушаем. Я, кстати, за сегодня съела только сэндвич, но я какая-то не голодная. Мне пока что кажется нормальным московский ритм. Посмотрим, что будет дальше. Может, потому что я нахожусь непонятно где. И здесь относительно тихо. Всем доброго утречка. Сегодня у нас 2-й день в Москве. Я намазалась СПФ-кой, иду в магазин, чтобы купить себе воду, что-нибудь поесть. Мы вчера зашли во Вкусвилл, я купила себе запеканку. Но у меня нет воды, нет чая, ничего нет, поэтому нужно сходить в магазин, чтобы все это купить. Я могла позавтракать. На самом деле я ужасно натерла ноги. Они у меня очень болят, я сейчас еле иду. Бананы 79 рублей, дешевле, чем в Минске. Вот, кстати, колбасы, но все говорят, что в России не очень колбаса. Не знаю, я брать пробовать не буду, просто потому что не хочется мне сейчас колбасы. Эти барни с абрикосом у нас в Минске вообще таких нет, поэтому я думаю, что я возьму пачку, привезу сестре. Вот, кстати, запрещенка из Беларуси. У нас в Беларуси перестали продавать тук. Есть кола оранжевая, без сахара, со вкусом апельсина. У нас, кстати, в Минске такой до сих пор нет. Цена на сок я. В Минске он тоже дешевле. Здесь почти в 2 раза дороже. Так выглядит мой суровый московский завтрак. С видом на город. 2-й день в Москве начинается. Я уже с утра сходила в магазин, сняла немножко обзор покупочек в Инстаграм, сравнила цены в белорусских и российских магазинах. Цены на белорусскую продукцию, конечно же, значительно выше, и они отличаются, то есть молочка, сыры,
все дороже буквально в два раза, но также есть продукты, которые дешевле. Например, бананы, фрукты, овощи. В принципе, нормально, выгоднее покупать здесь. Вот, мы сейчас поедем гулять в какое-то модное арт-пространство инстаграмное, где можно пофотографироваться. А потом поедем в ГУМ. Есть просто вкуснейшее мороженое. Когда я была в Москве 3 года назад, мы с парнем ходили в ГУМ. Это мороженое запало просто мне в сердечко. Я тогда брала с черникой, поэтому сейчас хочу попробовать еще что-нибудь вкусненькое. А вечером у нас намечено очень классное мероприятие, на котором будут многие блогеры. Я надеюсь, что заведу новое знакомство, с кем-нибудь познакомлюсь, сфотографируюсь. Боже, старость не в радость, почему я так тяжело дышу? Поэтому день намечается очень-очень интересным. А еще зацените мой лук дня. Вот такая вот я. Колбаска. Вот так выглядят мои ноги. Я здесь наклеила пластырь, как только возможно. Но идти все равно неудобно. Привезла девочка вкусняшку. Сейчас буду угощать. Белорусский шоколад. Коммунарка. Самый лучший. Там на втором этаже, какие-то съемки. Заряд вечер. Мы приехали на Красную площадь. Да, это не поздно. Идем за вкусным мороженым. У нас сегодня, кстати, парный лук. Почти. Да, специально играла. Да. Стоим в очереди за вкуснейшим мороженым. Да, будем пробовать сейчас. Больше, чем в разговоре, мы предлагаем не только полезную, эксклюзивную и новую информацию. Добро пожаловать на «Больше, чем разговор». Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Don't pull right down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. You alive, or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Короче, сегодня у меня 3-й день в Москве, у нас подпортилась погода. Хорошо, что Паша дал мне свою кофту, и мне теперь не придется мерзнуть. А вообще, я выдвигаюсь сейчас в один из тикток-хаусов и сниму вам там что-нибудь интересное. В очередной раз убедилась, что клубы это, наверное, не мое. Мне комфортнее проводить время в компании в кругу каких-то своих людей. Я не очень люблю такие тусовки. Но ради опыта побывать в московском клубе было неплохо. А еще здесь у меня подарочек для девочки-блогера. И я надеюсь, что сегодня вечером мы с ней встретимся. Мы все никак не могли с ней состыковаться по времени. У меня очень все расписано. В принципе, и туда, и туда, и туда хочется, и у нее. Но вроде как мы нашли и подобрали подходящее время. Поэтому сегодня, надеюсь, мы с ней увидимся. Я ей очень хотела отдать хотя бы подарок.
потому что я его уже все равно привезла сюда, и увозить обратно мне не хочется. Пока еду в хаус, зашла поесть, жду, когда ко мне сюда приедет девочка, и мы поедем, наверное, вместе. Я, можно сказать, уже на окраине города, отсюда отъезжают автобусы в Московскую область, поэтому сейчас поем, подожду Дашу, и мы поедем в хаус. Сейчас кушать вот эту вкусняшку. Называется «Приехали в ТикТок-хаус». ТикТок-хаус. Что они? В центре Москвы? Да. Нет. А ехали полтора часа почти. Успели поспать? Да. У меня будет половина руки на экран потом. Всем приветик, ребята, это... Юля. Это Юля. На каком канале? На первом, самом топовом канале. Короче, идем обследовать дом тиктокеров. Мой блог украли. Все, ее блог украли. Смотрите, как тут красиво, ребят, вообще трэш. Смотрите, у них своя теплица, сажают там чё-то. Чё-то сажают, так загораем. Мы там в Сочи, а мы вот здесь на балконе. Блогеры. Хлеб, сахар, какие-то трубочки. Чем питаются блогеры, ребята? Чем? Я не живу тут, я питаюсь элитной едой, только элитной едой. Ну нет, у нас получше. Пакет, видишь, буду тобой, все остальное их. Нет, у нас получше, конечно. Это мой видеоблог. А это Вера. Всем привет! А это Даша. Вы ее уже знаете. Да, я знаю. Анбоксинг, да. Так мило завязано. Такой любовью на морской узел. Знатненько. Мне нужен хайлайтер, обсудим. Мне реально нужен был хайлайтер. Да? Это мои любимые тени. Да? Это белорусское все просто. Это мои любимые тени. Да? Нет такого оттенка. Серьезно, у меня их 3 штуки, и они у меня закончились. И это как раз оттенок, который я хотела попробовать. Обалдеть. Я реально каждый день наношу его на глаз. Да ладно. На веко, да, правда. Давайте делаем сводч. А мне нужен не такой холодный. Да, он супер натуральный. Это белорусский? Да. Нет, это российское. Все конфетки будем. Да, есть. Белорусские. Так мило. Все. Спасибо тебе. Давай. Большое. У меня есть шоколад, у меня есть косметика. Все, ребят, я больше ничего не надо, да? Я могу просто оставаться здесь. Под дождем. Да. Пришли в депо. Это классное место, где много еды. Очень. Сейчас где-нибудь вкусно пообедаем. И потом я поеду на поезд. Можно нотку просто убрать? Научу. Принесли нам тут хинкали. Будем сейчас кушать. Дата награжденная. Народженна. Прозвище. Это фамилия. Тип. Орган, який выдаву. Пашпорт. Термин. Термин. Дзеня. Что? Дзеяння. Дзеяння. Дзеяння вроде написано. Мне больше всего нравится ты и подпись «Луда» на него. Ну что, мы уже пришли на вокзал. Меня провожает Дашка, которая ходила со мной все 3 дня. С огромным удовольствием.
Ладно, я хотела по-другому сказать, что я ее заморила. Никто. Она очень устала, но вот, все, возвращаюсь в Минск. Надеюсь, что я еще приеду. Да, и Даша в Минск. Да, Даша в Минск. Все, всем пока.